Внутри я чувствую забвение, точно все как есть стоит. Богиня умиротворения живет внутри. Я решу, когда Миши он комплит. Строгим взглядом окину, где будет преграда, руку подам. Остальное сами свалите на спину. Будет ясно, авоська или чемодан. Поднимаясь по лестнице и Якова к небу, ты разделишь со мной эту участь родной. Достанется поровну воды нам и хлеба, струей студеной сомнения смой. И с каждой ступенькой придет осмысление, как самостоятельно пройти по любому пути. Озерна от плевел отвалятся сами, коль будешь все время идти, идти. Постигнем другие миры, измерения. Откроются нам глубины вселенной. Сознание отдельно от тела в сиянии промчится по той закономерной. Планета, что ищет проблески света, хвост от чего свой пускает комета, оставляя след за собою раздетый и в пыль превращая все наши секреты. Звезды сгорают одна за одной, и душу свою, как Икарус, покой. Неважно когда, будь только собой. Из лабиринта Миноса не выйдет герой. Желать бездумное гадание, а излучать комфорт – вот наше толкование. Искры света ведут себя по-разному, как люди, подобно безобразному. Если их не трогать, они не развиваются. Космическая похоть пустотою называется. В алгоритме трехмерного мира мысли смешались с реальностью. Частицы света падают мимо, энергию волн отражая зеркальностью. Мы все прочтем друг друга, вызывая стимуляцию мозга, внушая любви, желания, ощущая чувство свободы, избавясь от соблазнов и ожиданий. Приобретем в то время бессмертие и будем жить вечно. Пронесутся со скоростью света столетия, так как вселенная и впрямь бесконечна. Желать бездумное гадание, а развивать свой мозг – вот наше достояние. Давайте же возьмемся за этот мир рукой, чтоб мягче всем казалась земелька под собой. Давайте же возьмемся за этот мир рукой, чтоб мягче всем казалось, семейка под собой.